Каких только интересных и известных гостей не было в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. В этот раз творческую встречу со студентами и преподавателями провел Вячеслав Солдатенко. Больше известный под псевдонимом Слава Сэ, популярный блогер и латвийский автор из Риги, пишущий на русском языке юмористическую прозу. В 2010 году вышла первая книга Славы Сэ «Сантехник», «Его кот», «Жена» и другие подробности. После нескольких допечаток тираж первой книги приблизился к 100 тысячам экземпляров. Первая книжка писалась 5 лет, и она была искренней. Она в том-то и дело, что писалась не за деньги. А потом произошла жуткая штука, мне дали большой аванс, правда, вот прямо здоровый, прямо вот такой дипломат с деньгами. И тут же писательство мое закончилось, потому что как только вы начинаете думать про читателя, как ему понравится, некий вот этот верхний поток, диктующий слова, он вас покидает. Кем он только не работал до того, как найти свое призвание, имеет образование психолога, был маркетологом, психофизиологом, таксистом и диктором синхронного перевода. И в итоге нашел профессию по душе. Сейчас он папа двух дочек и известный писатель. Мой блог я писал его себе, самому, где все будет хорошо. Не будет политики, не будет экономики, будет манная каша, малиновое варенье там. Котика нашли на улице, потом отправили назад, он какой-то невоспитанный. Неожиданно этот мир стал более востребованным, чем то, что советуют делать для раскрутки блога. На сегодняшний день у Славы Сэ более 170 тысяч подписчиков. Все началось с того, что он просто записывал какие-то ситуации, поступки, слова своих дочерей в простой и юмористической форме, а затем выкладывал их на своей странице. Такие небольшие рассказы быстро приобрели популярность, особенно были интересны мамам. Несмотря на свою известность, Славы Сэ нет в Инстаграме и Ютубе. Он объясняет это тем, что не нужно идти стандартными путями. Фотографии котиков бесконечно лепить. Это гарантированно 5 тысяч подписчиков у вас будет. Если вы там вся лента сплошные вот такие, сякие там они там. Если вы хотите, наверное, что-то достичь в сети, придумайте свой мир, который будет вашим уникальным. И тогда что-то. То есть не идите за кем, не ходите проторенными вот этими дорогами, стандартными путями. Беседа Славы Сэ с присутствующими гостями проходила легко и непринужденно. Каждый желающий мог задать интересующий вопрос. Говорили о кризисе творчества, о продвижении блога и многом другом. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.